Татнефть-арена из Ледовой превратилась в арену цирковую. Четыре дня со 2 по 6 января на площади перед гостями шоу выступили лучшие артисты цирка из Москвы. В столице Татарстана прошла долгожданная премьера спектакля «Конструктор», организованного Большим московским цирком и продюсерским центром «Братьев Запашных». Диана Богомолова посетила шоу. «Конструктор» — это история о маленькой девочке, которая прячется от повседневных проблем, насмешек, сверстников и недостатка внимания своей матери в своем воображении. Именно здесь, в воображении, Кэти ожидают ее любимые игрушки — конструкторы. Так начинается увлекательное и волшебное путешествие героев. Главный герой ведут за собой зрителей в волшебный мир добра, справедливости и любви. На пути Кэти и конструктора встречаются разноцветные собаки, кенгуру-боксер, трюкачи-гепарды, а также акробаты и гимнасты. Именно так среди игрушек и конструктора девочка становится яркой и смелой. Шоу-конструктор уже больше года проходит на арене Большого цирка в Москве. Прежде чем попасть в Казань, труппа посетила с гастролями Минск. А ранее шоу показывали в Москве и Санкт-Петербурге. Кстати, Эдгар и Аскольд Запашный выступили продюсерами представления, а также они являются авторами сценария и режиссерами-постановщиками. Сегодня на главной ледовой площадке столицы Татарстана трибуны были практически заполнены. В большинстве своем на шоу пришли семьи с детьми. Мне больше всего понравился диджей Виктор, что ли. Он как клоун, он с мечами играл. И мне очень понравились тигры. Это, конечно, опасно для здоровья, но этот дух захватывает. Волшебное. Не знаю, но мне очень понравилось. То, что все эти огни, эти краски, животные. Спектакль замечательный, да, Артур? Скажи. В конце представления каждый ребенок, не достигший 12 лет, получил от Деда Мороза подарки. Сегодня гастроли цирка в столице закончились. Это было последнее представление конструктора. Но артисты обещали вернуться в Казань. Диана Богомолова, Рустам Залилиев, столица.